США ввели санкции против Китая. Вашингтон впервые ввел вторичные санкции против иностранцев за сотрудничество с Россией. Пекин наказали за покупку российских самолетов и ракетных систем С-400. США ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шэньфу. Информация об этом появилась на сайте Минфина США 20 сентября. Соответствующие лица были внесены в санкционный список в соответствии с законом противодействия противникам Америки через санкции, КАЦЕ. Теперь китайскому оборонному ведомству нельзя поставлять продукцию и технологии американского происхождения, ему закрыт доступ к валютным операциям в американской юрисдикции. В Госдепартаменте США позже уточнили, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35. Ранее сообщалось, что 20 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России в связи с ситуацией в Украине. Документ, в частности, предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями в соответствии с положениями КАЦЕ. Тем временем в России говорят, что разрабатывают план защиты от американских санкций. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.